Пирамиды для чего? Для чего они строят? Когда и как? Ну, по одному вопросу, вопросу отвечать, потому чтобы максимально, потому что сегодня 4 раз болтался. Вот, но пирамиды кем строились? Ну, в принципе, строились, я думаю, после того, как я должен еще развить многие вещи, у меня есть гипотеза, так, которая у меня есть основания, да? А если необходимо еще потом ее прокопать основательно, чтобы выложить все ступеньки. Как, например, вот читать насчет Антарктиды. Разложение, помните, в последней главе, которое так Молчанова возмутило, да? Самое почему-то не возмутило, что Платон об этом написал, все четко, ясно, прозрачно, не знаю, почему это не видел. Так вот, что я думаю? Пирамиды строили и раньше, но в основном стали строить после последней катастрофы 13 тысяч лет назад. Почему? Во-первых, там было движение орбиты на 23,5 градусов после катастрофы. И я объясняю даже, почему это прошло, почему первый раз не прошло. Когда отличие лобовое столкновение или когда вы догоняете кого-то, ударяетесь, и лобовое столкновение, разница есть, да? Так вот, все зависит от того, что луны, вращающиеся, которые падали от колки, вращаются вначале в разных направлениях. Одна луна вращалась в догонку, вращение собственное вращение Земли, а другая вращалась против. Естественно, удары, даже нет массы зависит от того, лобовой удар или касательный удар. Догоняющий удар или сталкивающий лобовой удар. Основная причина строительства пирамид, естественно, не для того, чтобы сохранить кого-то, а для того, чтобы стабилизировать ось Земли. И каким-то образом, потому что пирамида – это линза для первичной материи. То есть они специально ставятся, например, точка, которые фокусировали потоки, первичной материи должны стабилизировать планету Земля и не допустить дальнейшей нестабильности и устойчивости самой планеты, потому что эта устойчивость раньше компенсировалась лунами, создавалась устойчивость. После того, как луны потерялись, нужно было создать другой вариант из возможных средств. Поэтому, с моей точки зрения, эти пирамиды строились, и строились нашими предками, как вы понимаете, потому что, опять-таки, пойдите на Google и посмотрите Китай Северный, вот где вот пирамиды китайские. Я видел фотографии несколько, но когда я пошел на Google и поискал, и нашел там такое количество пирамид, огромнейшее количество, десятки пирамид, о которых китайцы до сих пор молчат. Ни слова не говорят. Ясно? Они говорят, иначе придется переписывать историю. Конечно. Пока не хотим. Они как пирамиды как линза. Как линза. Ну, материи, границу. А теперь смотрите, вот есть выходы и входы, понимаете? Активные точки. Гермонизованы, зоны, да, помните, да? Все кричат о них, но все кричат, никто не знает полностью, как это все происходит. Но все кричат. Так вот, представьте себе, вот есть узлы, где потоки первичных входят и выходят. Ну, например, разрез, ну, помните книжки «Разрез Земли», вот, потоки движутся, они, потому что там изменение пространства внутри идет, из-за завихрения, и они потом если входят, потом выходят, все, конечно, не постоянно, некоторые точки постоянно, некоторые плавающие, то есть двигаются в силу того, что меняется внешний слой, меняется интер. И поэтому, если на таких активных зонах поставить линзы, пирамида – это линза, и даже физики используют пирамиды как линзы, понимаете, рассеивающие, собирающие, зависит от того, что и как. Все. Вы, значит, поставите в точках такие линзы, вы знаете, изменяете распределение потоков первичной материи, если говорить моим языком. Вот и все. И тем самым можно установить стабильность, предотвратить чрезмерную тектоническую активность и много-много чего другое. Просто. То есть наши предки понимали кое-что, а мы такие бурные, хотя наши предки много другого тоже не понимали, поэтому мы с вами в таком положении с вами сейчас оказались.